Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы будем заниматься обновлением моей мебели. Я приобрела все необходимые материалы, заказала по Амазону пленку, и теперь вы увидите, что у меня получилось. Оцените! Вот я купила на базаре такая грунтовка, или не знаю, Wood Dust называется, или филлер, не знаю, что это такое, в общем. Такая штука, которая замазывает вот эти всякие дырочки там. Вот мы будем снимать ручки, и там же нужно будет вот эти дырки закрыть, потому что там будут другие ручки. Поэтому вот это я все купила, всякие царапинки, которые можно закрасить за это. Вот я добавила краску потемнее, потому что оно светлое. Я добавила, вот видите, такая шоколадного цвета, коричневого. Вот это мой комод, который стоял на кухне. Он уже был в очень плохом состоянии. Я его покрыла лаком, вот как вы видите. Еще раз нужно будет покрывать, когда поменяем ручки, там подкрашу еще. Ну а верхняя часть вообще была в плачевном состоянии. Она вся облезлая. У нас там лежало стекло, и я покрывала такой скатеркой. Вот видите, какое оно облезлое. Поэтому я купила пленку специальную по Амазону, заказала. И верхнюю часть мы не будем красить, а заклеим пленкой. Тем более на ней будет стоять аквариум у нас на этой тумбе теперь. Вот, и ну, в аквариум тоже иногда бывает какая-то, вдруг протечка будет или что. Вот такая пленка. Вот я вам показываю. Сейчас я покажу, как она выглядит. Это самоклеющаяся пленка. Я увидела на Амазоне эту пленку. Она недорогая, 300 с чем-то там рупий стоит, 380, по-моему. Там 2 метра и ширина, я не помню какая. Приступаю к работе. Пленку пока отложу, посмотрю, что мне делать с вот этой грунтовкой. Я ее смешала, не знаю, девочки, подскажите, кто занимался этим. Я попробовала замазать там вот эти трещинки такие, ну что-то там мне не получается, не знаю. Добавлю в лак вот этот цвет, потемнее который, и попробую закрасить, наверное. Ну, единственное, может быть, когда снимут ручки, вот собрат открутит ручки, и тогда вот закрыть вот эти отверстия. В общем, пасту я, наверное, пока отложу. Не знаю, что с ней дальше делать. Вот, пока уберу ее. Ну, а я вот еще раз вам показываю. Видите, какая поверхность ее. То есть, ее закрасить бы я никак не смогла. Вот этим лаком она бы все равно там просвещалась. Вот, они вот как-то полишь делают. Ну, вот лаком. Они как-то в лак добавляют краску. И прям тряпочка, не щеткой. А вот рисуют вот такие линии. Вот, но это я не смогу сделать. Поэтому вот я взяла вот эту пленку. И все равно погибну. Закрутили. Что тут закрутили? Ну, потому что
тебя не получится никогда. Вот, вот видно? Вот, да. Ну куда поднимай, уже петляется, ты уже нажимал. Я тебя представляю хорошо на таком балконе. Вот петь, пожалуйста. Вот я говорю, оторвемся, вот и все. Да? Ты же не согласен какая-то. Страшное. Сама отрежу, вот и все. Не, я тут сама не смогу, тут мне надо помочь. Люда, лучше вот это от, не отрезать. А что? Сюда прям внутри? Внутри. А кто посмотрит, потом заходит или нет? Ну что, все равно не такое большое. Вот сюда. Отрежь. Вот сюда. Так вот. Кто ты смотришь? Ну, там же тоже надо отрезать. Да, сейчас.
комоду новая жизнь.